Кто ваш сосед? А? Мой вот. Дамы и господа, наш экипаж приветствует вас на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Что у меня с челкой? Доброго дня, друзья. Скоро. Скоро взлетаем. Никогда не снимала, на самом деле, что происходит здесь. Меня могут сейчас... Понимаете, да? Но мне все равно. Привет. Мне абсолютно все равно. Мой сосед алкаш. Слышишь? Мой сосед алкаш. Я написала, кто ваш сосед? Мой сосед алкаш. Жалко. Привет, ты в Томск? Да, мы летим в Томск. Сейчас буквально через минуту самолет сдвинется с места. В общем, завтра мы будем просто гулять по Томску, смотреть, что и как. А послезавтра у нас открытие. Открытие магазина. Передай привет, Вите. Привет. А вон друзья наши. Смотри, вот они идут, смотри. Ну что? Вот они. Бочков. А, правильно. Бочком идут. Салам, Кирюха, от Ходынки. Кто это написал? Боже, где он? Он ушел. Блин. Халек. О, хороший полет. Окей, спасибо. В Баку когда? Очень хочу, на самом деле. Смотри, смотри, что происходит. Сейчас внимание на шапку. Внимание. Идет, смотри. А, нет, вот. Давайте я вам покажу. Куда вы все пошли? Покажу сейчас шапку. Все. По работе, да, летели. Он же в самолете. Вы знаете, мне как-то что? Я не успела еще раздеться. Поэтому. О, hello from Iran. Hello. Очень красиво. Спасибо. Привет из Баку. Мужик, огонь. Я больше не смогу, наверное, экземплярчики показать. Ты взяла с собой шапку, да? Приезжайте в салон. Это женщина проходит. Которая запретит мне скоро снимать. Поэтому, друзья, привет из Латвии. Привет. Мне нужно как-то будет тихо-тихо с вами общаться. Я не знаю, потому что нельзя уже на самом деле снимать. Приятного полета. Спасибо. Кто с тобой летит? Куда мы летим? Мы летим в Томск. Ты кидай нас только. Я стараюсь. Честно говоря, уже спать. Ленина, главная улица. Очень хочется. Почему нельзя снимать, друзья? Но если вы летаете, то, в общем, вы должны знать, почему нельзя снимать. У меня в декабре так получается, что через каждые 2 дня летаю. Человек, тебе спасибо. Привет из Баку. Спасибо. Ура, Том! Видели вообще, кто здесь? Какая у тебя тушь? Гларанс, друзья. Томску, привет, хорошего полета, спасибо. Как ваша ножка? Уже, в принципе, нормально, но я очень редко еще каблуки ношу. Да, я летчик.
Коля, привет из Зеленограда. По поводу полета в эконом-классе. Друзья, я не всегда летаю, я честно вам могу признаться. Бизнес-классом у нас сегодня очень много, и билеты в Томск, собственно, стоят не рубль. Поэтому, с учетом того, что... Да нет, на самом деле, так как я открываю магазин в Томске, принимающая сторона купила билеты эконом-класса. Я не вижу ничего плохого в этом, поэтому мы летим в дружной компании. Добрый ночи, дамы и господа. Меня зовут Ольга, я старший бортпроводник экипажа. Отменяли компанию «Росход российские авиалинии». Приветствую вас на борту «Аэробуса 320», который носит имя известного театрального режиссера Стива Мирхольда. Мы рады приветствовать наших постоянных клиентов, участников всех бонусных программ «Альянса SkyTeam» уровня «Элита Рид Плюс». Нашими основными приоритетами остаются ваша безопасность и комфорт. Я и мои коллеги сделаем для этого все самое возможное. Благодарим вас за выбор группы авиакомпании «Аэрофлот». Good night, ladies and gentlemen. My name is Olga. I'm your person. On behalf of Аэрофлот Russian Airlines, I'd like to serve both our Airbus 320, named after the prominent Russian theater director Всеволод Мирхольд. We'd like to see our regular customers and members of the bonus program SkyTeam Alliance level 8 in this class. Our top priorities are your safety and comfort today. We will do our best to make this flight comfortable. Thank you for choosing Аэрофлот. Ой, пристегни меня. Пристегнуть срочно, причем. На взлете будешь снимать? Я постараюсь на взлете снять, но я боюсь, что не получится. Давай. Представляешь, последняя поездка моя будет со свидетелями. Да я шучу, господи. Я шучу. Остались считанные минуты, задавайте вопросы, я отвечу.